Итак. Всем привет, и сейчас мы продолжим проходить героев. Надо только их в норму вернуть. С самого утра не пойми, что с этим твичом. Вроде мне выдали новый ключ, он не работал, оказывается. Сейчас новый какой-то скачал, все нормально. Вот. Дальше. Наконец-то вот он. Все, вот оно, вот герои. Поехали. Привет, всем привет. Группа Титаны. Так, с Уругом надо срочно бежать домой. Тут надо нанять какого-то героя, просто чтобы он... Кайтлин, неплох. Ох-ох. Это с каких пор такие герои бегают? Наймем ее тут. Очень полезный герой. Ну, как по мне. Бежит на вот сюда. Главное, чтобы ее по дороге не слил никто. Остальное все равно. Привет, привет, всем привет, всем Гэндальф. Ты и она. Все, передаем артефакты. Это можно выкинуть, это вот меняем. Щиток даем, это даем. Это пока нет. Ну все. Неплохо. Явно неплохо. Я бы даже сказал, слишком хорошо. Сейчас я наполучал плюсов. Узнаем, что тут в этой хижине. Саурук валит домой. Так, кто там из дома вышел-то? Енова, ты бежишь из дома, наоборот. А вот ей мы куда-то хотели плыть, только тут, походу, ловить-то нечего, уже все собрано. Она не успеет туда. Ты где? А, ты тут. То есть ты еще успеешь. Мучи. Стой. Ого. В общем, если успеет, собирает артефакты там и потом уже. Это компания, да. Мотнем рынок. Чем больше рынков, тем лучше курс для обмена. Бутылку проплыл. Все, посмотрим. Странная карта для компании. Ужасная карта для компании. Я бы даже так сказал. Но, как бы, это компания, и мы ее будем проходить. Енова. Бежит забирать все наши домики. Ты... Группа титанов. Мне еще нужна эта группа титанов, вот если так подумать. Я думаю, нет. Надо идти и пробить синего. Вот его оплот. Терек. 17 серверов. Черт, наверное, победитель. Очень жаль, нам не нужны 17 серверов. Мне очень жаль, что они вам нужны. Так.
Выбираем шахты, это и вот это что ли? Да. Мы послали СОС. Зачем? Видать, чего-то боится она. Ну ничего, скоро мы все это узнаем. Что, где, кто, зачем, почему. Все, забежал, Зубин, Луна. Странное имя для парня, если это парень. После Алема я уже не уверен. Ее отправим домой, пусть там сидит. Этот... Что там у нас? Толпа. Пробьем, если успеем. Ну, здесь без шансов, мы проигрываем, конечно. Но мы попробуем. Вообще, если у нас будет хотя бы... А толку-то у нас земли нет ни разу. Так что меня спасет только какой-нибудь дверь измерений. Или полет. О, полет меня спасет, но. У меня мудрость-то обычная. Ну вот, единички сработали. Ну ура. Все, всех убили. Всех зарезали, оплот наш. И тут 4-й гильдии магов и портал города. Спасибо за троллинг. Явный. Ну, явный просто. Строим и тут полет, давай. Дверь измерений. Блин. А у меня мудрость вообще никакая. Правильно? Говори, да. Ну что ж. Дверь измерений идеально подходит для этих островов, но, к несчастью, единственное, что мы не качали, была мудрость. Возьмем с собой драконов. А, точно. Ну, все равно берем драконов. Пусть будут. Так, и с этого острова, походу, валить надо. И чем быстрее, тем лучше. 24 уровень у героя максимальный, так что мудрость я возьму. Иди, говорит, в оплот, там тебя научат. Ну вот, я пришел в оплот, ничего меня не учат. А чему учат, он у нас не может понять. Отсюда надо мне переплыть вот сюда, здесь все убить, если получится. И вот сюда заплыть. Вот, здесь, вот этот, вот, видите, сразу город, вот прям вот, вот. Ну ладно, валим вот сюда. Им. Что я делаю? А, им я забираю домики. Ей, плывем к бревнам. Все? Все, нет, должен быть герой, вот этот. Берем эльфов, берем вот это. И вот сюда. Строим муниципалитет. Тут, кстати, можно нанять. А у меня до сих пор чудики без улучшения бегают вот как есть. Печаль.
Чем я не люблю островные карты, они слишком долгие. То есть, чем больше островов, тем больше вы за ними просидите. Обожаю эту компанию. Если это налоговые, то таких казнить надо на месте. Так, что из этого я потеряю? Да почти все. Ты устроил построить? Да, я успел, а что толку-то? Так, у меня забывчивость есть? Нет. Что за фигня? Это титан? Да, ну да. Магия разума не алё. Ладно. Я вообще не расстраиваюсь. Не разу. Блин, птицы разбивают, титан... А, чудик не может. Что-то чудик у меня какой-то. Какой-то он у меня не очень, походу. Птица просто в хламину. Всех птиц мне поубивали. Ну, отучитесь, умнички. Бум, бум. Все. Что еще надо? Непонятно. На самом деле я на них напал чисто опыта срубить. Рубил. Так вот как я теперь улучшу хоть что-то? Офигенное сияние, почему? Компу оно не пролетело. Чего не так? Тьфу, я серый по этой клипу. Ратути. Непорядок. Ртуть. Вообще беда. Короче, ограбили меня по полной программе. Беспредел какой-то. Обратно пойдет, случайно не будет то же самое? Вот мне, вот. Мне вдруг интересно так стало. А вдруг... О, видали? Злой страшный комп. Самая дорогая шахта серы в мире. Да, наверное. О.
Я богач. Уфритин какой-то. Пойдем его убьем, походу здесь. Верфь. Да тут нет ничего. Но все равно надо его убить. Этим наперед бежим. Так мешки отдать, его убьют. Это как бы только за, а тут кому? Одно жалко, вон там вот кристаллы, они захвачены, надо возвращать. Угу. Эх, это был неравный бой. Дубль 2. Ну вот это эпично просто. Такие вещи не забываются, да? Так, а может, ну его нафиг, я сюда пойду. Потом. Недолго. То есть окажусь где-то вот здесь. И все. И можно бежать. Но это неправильно. Валим на корабль, отсюда мы поплывем вот сюда. Вот здесь вот где-нибудь высадимся. Или вот так вот. У тебя шапка. Да, я плавать должен чуть-чуть быстрее, но... Все же... От какой-нибудь навигации я бы не отказался на этот раз. Так вот, надо сюда вот плыть. Только вот так вот. Молодец. Вообще, когда плывете вот так вот слишком близко, вас легко могут запинать. Хранилище ресурсов, потом их периодически отнимают. Не, ну, по крайней мере, я знаю один остров, второй остров мой, вроде как. А дальше не важно. Это чё? Все, сейчас она все шахты заберет, как не надо. Так, Мирилана, наконец-то поплыла как надо. Дальше. Тут, тут и этот наш... Опущенец. Ну, сохранимся. Узнаем хотя бы, как плыть. Если отсюда вылезу, я же не попаду на... Горный хребет. Что значит синяя полоска от героя? Это количество его маны. Это количество его ходов. Если плюсик, то значит маны больше, чем 100.
Да хватит. Вот. Просто вот я ничего не делаю, с меня ресурсы дерут. Там еще одна, еще лучше, чем была. Мне от армии ничего не осталось уже. Давай, от выхода надо драться. И землей я не дружу, вот это самое отвратное, наверное. Так. Много-немного у меня от армии-то ничего не осталось, вот в чем прикол. То есть у меня самое основное, это вот 37 птиц, 7 чудиков и 74 орка, все. Больше у меня ничего нет. Ну и умничка, которая там, будь здоров, дамажит, но этого мало. Я зато чудиков улучшить смогу, вот что мне нравится. Мелочь поотжимали, сейчас теряемся. Я вот именно сейчас недельный найм убиваю. Наверное. Сейчас седьмой день. А, смотрите, реально. Седьмой день, Волгала, черный ход. Эти сразу не можем, потому что нету чудиков. Может, есть еще кто? А жаль. Я бы вот этих и этих принял, было бы приятно. У меня есть уже хорошие обниматоры. Прям приятно смотреть. И новый наконец-то мы получили эту фигню с кристаллами и валим домой. Надо еще казарму забрать. Так, дальше тут. Тут все очень хорошо и без меня. Здесь тоже. Тут столовая. Сейчас наймемся и пойдем дальше. И синий взял и высадился. Плюс ко мне какой-то герой на всех парах мчит. Ну и все, и беги туда. Ты забираешь шахту. И вот эту. Надеюсь, это не такая же серная шахта, как была немного. Опа. Ну, я пошел. Здесь кто-то к нам прибежал, вроде как, но мы этого кого-то сейчас примем. У нас появилась какая-то кривая косая, но армия. Сейчас мы тут все разгребем. Надо было, наверное, чуть раньше ее нанять, ну да ладно. Так, вот так вот. Пусть хоть кто-то домик защищает. Передаем армию. Если это можно назвать армией. И бежим куда-нибудь. А, тут герой синий. Ну, приятно. Дальше. Оплот. Надо наниматься, потому что... Если навалится сильный герой, он это все отожмет. Хотя у меня есть дендроиды, вообще пофиг. Никто меня не отожмет. Нелло, Розик.
Никто мне из них не нравится. Я могу нанять ее. Глянуть, кто там еще появится. Вот, Турис. Турис. Можно, кстати, ее нанять. Анелла пока собирает жилище и возвращается обратно. Кто еще? Сирена. Вот, Сирена можно нанять. Она будет у нас защитником справедливости. В принципе, неплохая армия у нас во плоти такая. Двухнедельная. Вот она будет защищать. И Октавию дали. Вообще замок вот этот нельзя терять, слишком уж крутые темы здесь находятся. Адель. Ой, пофиг. Ты. Вот мне вот это все забрать как-то и свалить. Был бы портал, был бы вообще просто. То есть сюда забрал, ушел, убил. Все, победил. КГ. Но нет. Сейчас поймаем эту Адель, у нее особо путей-то нет никаких. Или на корабль, или умирать. Угу, все. Все деньги слили, все потратили. Адель как смогла напакостила. Привет. Дальше. Че-то он там армию свою не бережет. Совсем. Ну, мне так кажется. Последняя миссия. Не, еще не последняя. Предпоследняя. Вон поясница легиона. О. Три замка. Берем. Мне вообще нужна экспертная мудрость, здесь все забрать, все-все-все, сюда поплыть, узнать портал и все, и забить, и можно уже выигрывать просто. У меня будет портал, я смогу телепортироваться вот... Хотя, если я буду здесь, то особо никуда не телепортируюсь. Ты не понял, про какой портал? Вот этот. Дверь измерений. Разбираемся с Адель. Нельзя никого пускать на эту землю, ибо чревато. Ну, он у нас слабенький, зато что-то может. Хорошие артефакты, кстати, мы нашли в этой Кейтлин. Всегда приятно такой щит получить. Можно прямо сейчас высадиться на корабль и пойти убить его. А тут убить всех им. Но тогда у меня этот замок будет беззащитен. Так, Нелла. Я лучше...